для дорогого Николая Ивановича играю «Коробейники». За полчаса я ей сказал, говорю, Николай Иванович идет, быстро изучи вот это, да, по нотам. Поэтому она не наизусть, а по нотам. Не по нотам, даже я просто сижу в нотах, я ничего не вижу все равно. Она все равно плохо видит, ей вот даже очки. Играет она сердцем, да? Смотри, сколько... Нет. Сколько... А на гармонии-то мы недавно только вот начали, вот гармонию, видишь, за 100 рублей она скотчем склеена. Это я чувствую. Стучит с помойки, она так сказать. Но ничего. Как великий Утесов говорит, я сердцем играю. Вот они, правильно. То есть движение у нас все играют. Пятилетний король играет, еще у нас играет. Сейчас он просто в садике, но у меня есть на DVD, дам специально, что он играет. Спаку 5 лет играет уже все. Все правильно. Да. Вот так и жизнь.